Big Tigers. Итак, уважаемые любители бокса, весовая категория до 49 килограммов. За третье место награждается представитель Санкт-Петербурга Умет Бабажонов. Также за третье место награждается представитель Республики Казахстан Жормат Ержан. За второе место награждается представитель Республики Узбекистан Хасанбой Дусматов. И встречайте победителя, представитель Российской Федерации Батур Сагалуев! Фотография на память и ваши аплодисменты! За третье место награждается представитель Кубинской Республики Раби Армандо Мартинес, Куба. За второе место награждается представитель Республики Узбекистан Шункор Абдурасулов. Альберт Батыр Газиев, Россия! Фотография на память и ваши аплодисменты! До 64 килограммов. За третье место награждается представитель Санкт-Петербурга Андрей Кириченко. За третье место награждается представитель Республики Узбекистан Икбалжон Алдаров. За второе место представитель Российской Федерации Павел Федоров. Из Республики Армения Аганес Бачков. Фотография на память и ваши аплодисменты. Церемония награждения. Весовая категория до 75 килограммов. За третье место награждается Виталий Бондаренко, Беларусь. За третье место награждается представитель Кубинской Республики Эстрада Асель. За
награждается представитель Российской Федерации Глеб Бакши. И встречайте победителя из Узбекистана, Исраил Мадрима! Фотография на память и ваши аплодисменты! Финалисты весовой категории до 81 килограмма приглашаются на пьедестал почета. Представитель Санкт-Петербурга Руслан Бикменов. За третье место награждается также представитель нашего города Андрей Косенков. За второе место награждается представитель Российской Федерации Георгий Кушидашвили. Победителя из Узбекистана Бектемир Мейкузиев. Давайте посмотрим красивая церемония на Рекмана. И встречайте победителя, представителя Российской Федерации Муслим Гаджимагомедов. Наш легендарный боксер, абсолютный чемпион Советского Союза, победитель Кубка мира Европы Вячеслав Яковлев, первый вице-президент Федерации бокса. За второе место награждается представитель Санкт-Петербурга Владислав Мураев. Встречайте победителя из Узбекистана! Бахадир Жалала! Узбек Тайгерс.